Где ты был, дорогой? Искал Нандо. Ты его не видела? Он должно быть где-то здесь. Не беспокойся. Разве эта ночь не прекрасна? И радость, и огни. Ты видел где-нибудь подобное? Что-то случилось? У нас с Нандо состоялся разговор. Нет, это был не просто разговор, а серьезный разговор. Думаю, я разочаровал его. Он убежал, прежде чем я успел объясниться. Он всегда так делает, если его что-то утомляет. Увидишь, через 5 минут вернется. А почему вы поссорились? Он что, курил? Нет. Он хотел узнать, когда мы поженимся. И что ты ему ответил? Я попытался объяснить, когда двум людям хорошо друг с другом, они не всегда, словом, не обязательно. И он не принял твое объяснение? Хорошо, теперь мне все ясно. Люсия, мне жаль, что так получилось. Ты, видимо, воспринял все это всерьез? Видишь ли, дорогой, я и не подозревала, что ты на это способен. А ты, оказывается, Бон Виван. Я-то полагала, ты в курсе и не предаешься иллюзиям. В курсе чего? Тех предложений, которые сделал твой чертов адвокат. Относительно тех проблем, которые лучше улаживать полюбовно. С моей стороны, это была любовная игра, и я наслаждалась ею. Да уж, это напоминает водное поло. Только еще покруче будет. Я делала все, чтобы удержать Нандо, и никогда не скрывала этого. А ты возомнил, что получишь мальчика, а мне оставишь теплые воспоминания. Учти, у нас действует закон о защите конкуренции. И что тут нечестного? Прекрасные воспоминания, не так ли? Хочу, чтобы вы знали, наше следующее свидание будет в суде. До встречи. Ты плачешь? Конечно нет. Почему я должна плакать, дурачок? Мне никогда не удастся спеть песню любви лучше этой, дорогая.